как долго вы ждали, когда будете снимать знакомство. Это мой парень, зовут Толя. Сейчас такая будет прикольная, интересная игра, которую вы все так просили, согласились в одном голосе. Вот, Телеграм, видите, сколько голосов всего. Я покажу вам правила. Сейчас такая игра, кто лучше знает, типа, я его и он меня. Например, один вопрос, который я буду спрашивать у него, он должен отвечать на этот вопрос. Если будет правильно, указаний не будет. Если отвечает неправильно и не хватит ответов, не полностью ответ, то будет выполнять наказание. Наказание все будет. Будем выбирать все честно. Лимон, там увидите, что на кадре. Все, можно приступать. Давай шуипам. Три раза. Один. Раз, два, три. Ты первый. Ты первая. Ты проиграла, ты первая. Я выиграл вообще-то. Ты на все вопросы даешь ты. Нет, я выиграл. Как, ты первый начну или я первый начну? Ладно, я начну. О, я тебе вопрос задаю. Ты говорила. Благодарю за внимание. Как родители хотели меня изначально назвать? Типа, какое хотели имя мне дать первое? Я знаю, ты мне говорил? Да. Я знаю, что зовут Толя, мы назвали еще деда, я это знаю. А как хотели назвать? Слышите? Я рассказывал, Влад, я раза рассказывал. Мы спрашивали, почему имена у нас так, тебя так, почему мы обсуждали, даже не один раз обсуждали. Ты да. Потом будешь, да, будешь. Нет, имя, которое было, потом бы ты поменяли, нет, либо... хотели, типа, но нет. А тебе имя там мой, которое дали, мне не нравится имя? Все равно. Будет Сережа. А какое имя? Правильный ответ. Меня хотели назвать Коля. В честь другого дедушка. А это отец мамы. Вот, его звали Николай. Но он умер, а я родился через 4 года. Поэтому как нельзя называть имя от мертвого человека. Получить так, чтобы меня назвали в честь второго живого дедушки Толя. Буду знать, Коля. Почему ты, Аня, почему я Толя? Я объяснил, что типа через деда Толи. Объяснил, что хотели назвать Коля. Типа мама хотела, а потом сказать, что нельзя, типа, мертвый человек нельзя называть. А вы будете знать твоего больше, чем меня. Ну, мне смотри. Коля не нравится. Сейчас буду выбирать. Съесть 2 кубика лёда. Льда. Лёд! Понеси лед. A few moments later. Где вот лед. А да я играть дальше. Ну да. Чё? А? Аху какой. Не знаю. Типа надо что? Молодица. Я. У меня кобеля. Время ты. Ой. Ну первое точно это кукла. Кукла. Я видите, почему я бою куклу рыба, я в программе. Всего 3 надо назвать, 3. Ну, вторая, можно так сказать, фобия, например, палетки, тени, все разобьются, типа, ага, типа, страшно это все разобьется. Ну, есть такое, типа, страшно, типа, дорогое все разобьется, фотоаппарат, вот это да, есть. Да и ты прям знаешь. Высота. Потяк-то зачем? Но у меня двое высоты страшные здания какие-то, либо высота, ну, может быть, по-первых, все равно, а вот высота тебе страшная. Я могла бы сказать тебе 5 вещей, но надо, ну, так все верно. Наказание минус. Сколько девушек у меня было? Ну, прям как
встречался прям, не просто так один день, он как встречался, типа какие-то были чувства. Вот. А имена надо? Нет, просто а число. А никто не будет знать? Ага. Не надо имя, увидели потом, потом, не надо. Как, почему не я, мы с тобой встречаем, там напишут. Прям встречался, любовь, и все познавал в любви, нет? Ну, мне кажется, все люди знают, а что мы... А общаги дети, кто-то считается? На веку считается в общаге? Ну, сколько девушек у меня было? Неважно, где, в школе, я дома, говорю, в общаге. Я в общаге детей одна считается? Встречали, прям, дружили. Ну как, мы с тобой одинаково, вот так же, как до тебя было. Точно уверена? Что, больше? Внимательно подумай, посчитай. Чушан даю. Я точно, вот две прям точно, которые я их знаю. А может и еще сказал? А не еще сказал, что ты кем встречался? Может быть. Я сказал только два. Ну, сколько? Два. Ответ два? Ну, это Д буква и это крестная Алис. Вот два. Все, ответ даешь, все. Ты мертв, ты не Я тебе даю уже. Ну, подсказку хотя бы. Третий шанс. Ну, какая подсказка? Я тебе рассказывал все, кто был. Так много? Мало. Да откуда знаю, как это измеряется? Ну, пять это много, а два это мало. Много. Пусть будет 4. 4? Че ответ даешь? 4. Не, правильно! Ответ будет 3! А я правильно сказала в начале! Опять заказали, что такое? Ну ты поменяла ответ, зачем? Значит, ты не знала, наугад отвечала. Опять того наказали. Что такое, что ему плохо знаю? Она и два, три так было. Не, всего три было, всего правильно три. Выпить лимонная кислота. Посмотрите. Ой, надо выпить. На карачке я не знаю, во сколько девчонок было. А ты наказание обратно? А, наказание обратно? Нет, убираешь? Почему? А? Все, дальше. Сейчас, наверное, отомтишь, да? Сейчас, наверное, отомтишь. Иван проиграет, пока ты не будет. Все. Назови 5 вещей, которые я тебя обожаю. Ну как понимать, обожаю? Понимаю. Ну прям, такое же отношение ко мне, прям люблю это. Бывает, есть там 3 вещи, которые я ненавижу, а есть, которые я обожаю прям. Типа, мои плюсы, которые тебе нравятся? 5. Давай. Ну первое, что я деньги тебе даю, подарки покупаю, да? Да. Это один? Да. А что 5 много? А вот думайте, все? Все. Тебе, наверное, твоя красиво одеваюсь, там модно, нет? Ну, что гулять, там куда-то есть красивые места для фотосъемки, фотосессии, кофейни там, нет. Ну, это пошли ты сказал, фотосессия, вот это фотосессия. Только вот я фотосессия, да. Я думала еще, да. Это не этого понятно. А да, она когда не скучно очень. Комплименты говорю. Ну не совсем так. Ты мало мне говоришь, очень мало. Чем мы занимаемся? О, любовью. Да, теперь ты. Пока больше не будешь. Все, хватит. Я даже на экране выполняю. Да, я все равно не угадаю, я не знаю, что. Все? Пусть будет все. Надо убирать руку. А ответ какой? Сейчас я скажу. То, что он, я обожаю, то, что он умный, справляется у меня.
умный человек, который исправляет меня. Но это есть, что я люблю. Ладно. Прикинь, если бы ты не был таким умным, я была бы тупа. Ну а что будет для любить? Ладно, дальше что? Исправляет мою жизнь и что такое. Это что-то не нравится, он капризный, не нравится. Что попало? А все. Это и есть очень просьба, я его обожаю. Это как понимать, чувак? Типа, ты должен как-то встать и забрать петуха. Давай. И когда не такое, нужно делать так, как петух кричит, сеть так, как петух. Утро, петух, утро. У-у-у. И просыпаешься. А как? Кукареку. Да. Кукареку. Я больше смотрю на YouTube, там всего, ну типа, какой жанр, типа, какой стиль я смотрю на YouTube, два, всего два. Футбольная там, всякая, спортивная, спортивная, того всякая техника. Все. Наконец-то я сказала! Первый сериал, который мы досмотрели до конца. Как понимать до конца? Прям есть люди, которые помогут не до конца, типа, а мы до конца, до пятого, там, до сезона, до конца, до конченной. Первый, ну, у нас всего два сериала. Первый это «Лестница в небеса», мы до конца досмотрели. Да. И, а нет, не только «Лестница в небеса», не, неправильно, «Лестница в небеса» это второй сериал. Первый это «Черная любовь», «Черная любовь» мы это смотрели. «Постучить в мою дверь», да. Вот первый, второй это «Лестница в небеса» и третий это «Бумажный дом». Правильно. А четвертый мы не досмотрели, это «Черная любовь». Но мы не посмотрели, не досмотрели, потому что там все закрыто, да, нету, ничего нету, и нам там осталось немножко кто досмотреть. Кто мне поможет, вот есть ссылка «Черная любовь» с субтитрами. Ставьте в комментарии ссылку, я буду очень рада, благодарна вам. Сколько у меня двоюродных братьев и сестер? У Вали 3 детей. Это один. Ну, 7 будет, 7. Либо 6, либо 7. Ты имён сколько сказала? Смотри, Артём, Виолетта, Саша, Слава, Коля, Петя. Что? 7, 6. А чё, Валя, второго нет? Твой, третьего нет? Ты не показывал третьего, кто? Серёжа, что ли? Он сейчас существует в жизни или нет? Не знаю. Подожди, Тони, ты подскажи, пожалуйста, у Вали 3 детей, правильно? А может 4? Такой 4, 3, я помню. Значит, 7, все. Одна у него 2 детей есть, а другой другие жены, все. 7. А имя 7-го? Я не помню 7-го, кто он? Я бля, ладно, Сеня почитала, но имя я не помню. Я на Петя все, а последний. Ладно, имена. Может забыть. Сколько я там уже играл? Сколько вот число, да, и все. 7. Это
6. 7. Я правда не помню. 7. Правильный ответ. Зачем на ходу меняешь? Мой каждый... Никита. Фу, не одна. Ты зачем меняешь число? А если бы я принял бы 6? Я тебе просто пожалел, чтобы ты наказание не выполняла. А что я могу 6 есть? Назови 5 вещей, которые я ненавижу его. По 5 минут, да? Там огроменный минус. Да, может быть, без, что я всегда компьютер. Ну, да, тоже может ходить. Второе. Я могу бесить вопросами, где, что, когда, второе, да. А как, да, всегда, это, наверное, бесит. Да нет у меня ничего такого. Ну пусть, да, я выполню наказание. Ну ладно, давай. Да и кажи сам все. Видите, что там батан на меня орёт? Непонятно что. Да где старый? Вот, и по правосудие, знаете что, типа... Типа я имею правильный, да? Какой как есть. А пятый? Вот он постоянно, типа, он готовит, а я мой, типа... Типа, я готовил, ты иди мой там. Правильно. А я хожу, готовлю мою сразу. А он нет, все, я готовил покушать, а ты иди мой. Так честно будет. Это не очень бесит. Еще папа, ты вообще придумал? Кто его все отдал? Какое наказание. Какое наказание. Съесть? Лук, учи прям вот так, аж. Нет, нет, это мало. Да. Питер, ты мужик. Ты тоже знаешь, ты что не знала? За какую футбольную команду я болею? Один? Ну, два. Почему два? Это футрош, который в можно. Манчестер Юнайтед, не знаю. Ну, все. Ну, первая, да, Моно Тудрос, это... Медиа-команда. Ну, ты оно из-за них болеет. И там сидишь, каждый танцует, орёшь, мы проиграли. Второй это Манчестер Юнайтед. А, Манчестер Юнайтед. А, Юнайтед, всё, понятно. Придумывай. Да. Я потом посмотрю. А сколько лет? Если ты твои вопросы, то это дополнительное наказание за то, что ты не подготовилась. Я попал ты еще одна, я хочу ты думал, как о, я. Правильно, ты начала выполнять наказание, потом думала, ладно, тоже отомсти. И начала придумывать на ходу. Не, посмотрю, сколько ты вопросов поменяла, вот два дополнительных, вот это. Не. Ну ты неинтересный вопрос. Ну задавай свои. Ну да вот ты знаешь. Да ничего, никуда его выкини, свои задавай. Любимая песня, прям фанат песни. Давай будет, Дмитрий. Прям песня или исполнитель, или что? Кто же исполняет песню? Один человек, один или разные? Ну, три исполнителя. Ну, первый это Шаман. Шаман, моя любовь. Клава Кока. Да. И третий есть. А ты всегда слушала? Ну, может быть, Корни. Ну, я могу... Шаман, можно. Клава Кока, Корни тебе нравятся. Еще есть? Ну, есть еще.
Ну ты всегда слушаешь меня, как хочешь, и могу летать. Леницкий? Да. Но он не совсем любимый. Вот я... первые 3 на 2 это любимое. Ну это я тоже могу послушать, там тебе. Это не входит. Ладно. Он выполнил, да, он перечислил несколько. Что я больше всего люблю кушать? Кушать? Что я жрать люблю? Что я? Одна сладости любишь кушать. Ну. Не знаю, колбаса, там мясо вот. Ну, а как тогда там это, как называется меню, либо ты что-то любишь? Ну что, типа категория, можно так сказать. Паприкат? Не знаю. Мясная категория вообще. Шашлык. Сладости, там шоколадки, он тоже любит есть, шоколадки, пищем, особенно милки, и в последнее время она, а кушать или пить тоже? Пить, не, кто-то кушает. Он любит, или мы едали паста, карбонара. Тоже можно. Пельмени любит есть. Ну не так, как. Блины, точно! Блины гучонка любит есть. 5. Так, мой последний вопрос. Я откуда возьму? Думаю, этот, либо этот. Ладно. Как звали мою лучшую подругу в школе? В школе? Прям в школе? Как Даша, но, наверное, больше это Люда, наверное. Люда, которая... Как ты помнишь её? А, которая... Ну, это Люда, она... ну, которая, ну да, да, ей. Она такая ей. Всё? А она на первом, а на втором тогда Даша у тебя получается. Ну да, первая это была Люда, а вторая это Даша. Вообще. Общаемся нормально, дружим. Если ты не так смотришь, я не знаю, что снимать. Много чего узнал. Не пиздись. Я много чего узнал, что ты врешь на ходу там все меняешь. Да нет, ну смотри, ну какой-то, ну читай. Ну это что? Ты-то все знаешь. Я не знаю такие вопросы, которые он знает, с чем там делает. Вы что, с ума сошли, что ли? Вам понравилось наш второй ролик уже с ним. Человек, который сидит. А то я кое-как уговаривал, он согласился. Пишите в комментариях, давайте еще серии проводить. Что вы думаете? У меня много серий, что много еще могу снимать. Поэтому другие люди ждут меня. Куда ты смотришь? Смотри сюда. Все. Так. С вами... Анка прощается. Надеюсь, вам интересно было смотреть, как он меня хорошо знает, как я его. Видно, я от него плохо знаю. Может, знать и забыла еще. Я был ребенком, блядь, если был ребенком, блядь, забыла. Как зовут? Еще ужас. С вами Анка прощается. Всем пока-пока.